Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения. С вами Рэм, и продолжаем играть в игру Guns Gore and Cannoli 2. Ну что, Cannoli, давай-ка пойдем с тобой вперед. Ребят, я правда подзабыл уже, как куда что кликать надо. Играешь, играешь, и все равно все кнопки на джойстике задействованы. Поэтому проблематично тут к этому ко всему привыкнуть. Ё-моё, я уже забыл, как этот. Да не это мне надо было. Ладно, сейчас адаптируемся, не волнуйтесь. Буквально. Где? Ага, вот он, мой дробаш. Ну что, вы помните, что мы с вами находимся в зоне карантина, где у нас тут полным-полно зомбарей. И, естественно, мы должны... Тихо, машина должна взорваться. Ой, ё-моё. Ну я же не думал, что так быстро это все дело произойдет. Куда ты там бежишь, а? Ну-ка. Получил свое? Охламонище. Пока все у нас удачно. Так, здесь очень много взрывчатки. Ну, точнее, не взрывчатки, а бочки. Да-да-да, вот про это я вам и говорил. Слушайте, так неудобно постоянно щелкать здесь, чтобы переключить оружие. Трупака взяли, пнули. Правильно, нечему под ногами у нас валяться. Да ты достал уже, а, солдафон, хорош, угомонись. Пострелял маленько и хватит. Так, тут у нас... Оу! Так-так-так, давайте-ка всех тут будем... Зачем я это сделал, сам не понимаю. Я думал, что она будет как преграда, но нет. Так, ну что, где ты там? Неужели сдох? Я думал, ты крепкий малый. Я еще раз говорю, ребят, хотелось бы, чтобы оружие здесь можно было бы прокачивать. Вообще было бы замечательно, да, например. Хотя бы тот же самый урон. Дамаг. Эй! Откуда ты прилетел такой, а? Птичка ты моя. Вот, лежи там. Эй, отдыхай. Вообще, офигеть, да, ребят, смотрите. Какое-то якобы... полотно железнодорожное было, и тут у нас поезд просто весь в хлам рухнувший лежит. Смотрите, там у нас дробовик, аптечка. Это хорошо, сейчас мы это все дело с вами подберем. Слушайте, огнемет, кстати, тоже довольно неплохая штука. Бэм, готов. Куда, 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 куда? А, пока переключишься. Ну, иди сюда, псина. Готов? Вот так вот, лежи здесь. Ну, здорово, солдатик. Честь отдал, молодец. Гуляй, как говорится. Так, давайте вот здесь мы с вами, наверное, поверху пройдемся. Ты смотри-ка там, притулился, а? Ай, мне туда не попасть, не прострелить. Здорово, хламон. Оу, не-не-не-не-не-не-не, только тебя здесь не хватало. Эй, буржуй! Кто ты вообще такой, а? Я понимаю, там эти горничные-то всякие. Ну, ты-то кто? Ты, видимо, искусственный какой-то. Так, главное, ребята, не попасть, блин, под его валуны, вот под эти бросающиеся камни. Так. Ой-ой-ой, у меня дробовик скоро закончится. Так, ну-ка, давайте ему, ребята, угостим из фаус патрона. Да что ж такое-то? Ну-ка, ага, выкусил. На, еще. Ты смотри, какой крепкий. Три выстрела нужно было сделать мне из базуки, чтобы его накрыть. При этом я еще маленько в него пострелял. Пошел отсюда, стреляет он мне здесь. Сейчас я буду всех тут жарить. Ну, так, мне здесь... Ага, нормулька. Так, вот эти бочки мне сзади не устраивают. Давайте-ка, наверное, нам нужно все-таки поверху здесь перепрыгивать. Да, так оно и есть. Там у нас внизу еще огнемет лежит. И еще один. Что-то слишком много, вам не кажется так? Так, ребят, секунду, а куда идти? Здесь нам не пройти. Ага, все, понял. Нужно вот здесь, видимо, пропрыгивать. Да-да-да. И сейчас мы с вами опять наверх попадаем. Что-то здесь как-то все одинаково, вам так не кажется? Ну иди сюда, сейчас я тебя угощу огоньком-то. Наверняка при жизни курил, да? Поэтому, как говорится, курение убивает. Как говорится, детям спички не игрушка, горите все. Ой, опять ты, ну... Так, ладно, ребята, будем его сжечь. Будем делать из него жаркое. Да, Cannoli, переворачиваться ты собираешься у меня или нет, а? Чего? Ребят, потом, кто не видел, перемотните немножко. Он за мной пополз вниз. Под этот. Под поезд. Да хорош тут бросаться камнями-то. Ё-моё! Сбил, да что ж такое-то. Давайте вот так вот, будем отсюда его жарить. На, гад, сгорел. Сгорел. Гори в аду.
Че это у нас так кровище-то? А, это с него там хлещет. Фига. Ладно, нас это мало колышет. Мы с вами продвигаемся дальше. Тупик, что ли? Да, ребята, здесь у нас тупиковое местечко. Нужно вот сюда. Конечно же, сюда. Опа. Так, аптечка. Самый смак. Что там такой взрыв-то был? А, вижу, вижу. Внизу здесь, смотрите. Ну, отлично. Тут еще у нас две мины. Так, этот летун. Ага, как будто я тебя не видел. Захотел. Тихонько, самому бы лишь бы на мины не наступить. И так проблем выше крыши. Так, тихо. Жесть какая-то. Воу-воу. Нет, показалось, ребят, я думал, что со всех сторон уже нападает. Но нет, там, тихо, мина, мина. Воу, черт, тебя подери. Надо же было их уничтожить. Нет, ведь так и думал, что напарюсь, а. И как видите, это произошло. Рано или поздно. Так, пистолет. Хотя он мне и не нужен. Слушайте, тут очень много этих летунов, я смотрю. С ядрами. К ноге прикрученными. Узники. Так. Очень мало здоровья, ребята. Очень мало. Я боюсь. Ух. Да. Каноли у меня отстрелялся. К сожалению. Слушайте, а далеко? Нет. Слава богу, недалеко. Здесь у нас рядышком. Гори. Сейчас, ребят, быстренько мы до туда дойдем. Не волнуйтесь. Ага, сгорел на работе. Куда ты бежишь своей рукой? О! Так, ага, мы этого еще не подбили. Сейчас мы его будем жарить. А! Ну что ты камнями-то не бросаешься? Лучше бы ты камни в меня бросал, а? Так, тихо. Вот так вот прям. Да нет, не так вот. Вот. В принципе, по большому счету, он лашпен. Приноровиться просто надо, и все. Он мне напоминает того вышибалу, который... У людей-то бегает. Псих-то этот сумасшедший. Все, сгорел. Так, аптечка должна быть. Я точно помню. И мы сейчас ее возьмем и подкрепимся. Вот он. Шотганчик мой. Возьмем автоматик. Где? Ага, вон она лежит. Нормулька. Сейчас, ребята, дело секундное. Меня здесь завалили, да? Ага, ну это потому, что я тут две мины словил в прошлый раз. Я больше не хочу этого испытывать на себе. Ать, отлично обманул я их. Ах, как хорошо получилось. Воу-воу-воу-воу. Вот эта заваруха началась. Патроны, патроны есть. Перезарядимся. Ага, полетели, родные. Пока. Одним выстрелом двоих. Так, вот здесь главное не ступить. Все, пока все отлично, ребята. Удачно идет. Пистолетик этот прихватим, хотя у меня он полностью, по-моему, весь. Вот здесь мы в прошлый раз, да, с вами попали. Как-то так получилось, что очень большая заваруха здесь началась. Слушай, меня вот этот вот нервирует жиртряс, который бросает шары эти. Здесь-то нам никак не пройти, да? Или можно? Нет, нельзя. Придется идти верхом. Хорошо, давайте сделаем это дело. Мы же все-таки... Супер элитный человек, которому пофиг на все. Жирного не стало. О, аптечка. И тут, кстати, еще и чекпоинт. Все, теперь я спокоен. Давайте, бегите. Всех буду дубасить здесь. Давай, горничная, отлично. Так, вот это, наверное. Ать, промахнулись малька. Ну да ладно, но одного все равно накрыли. Подкрепляемся, огнемет. А вот это что такое? Нечего здесь висеть. Два патрона маловато, надо перезарядиться на всякий случай. Да и вообще у меня, честно говоря, мало патронов-то уже осталось в дробаше-то. Надо как-то поэкономнее нам, ребятушки, быть. Зато у меня еще, по-моему, полностью огнемет. А внизу я вижу, автомат лежит. Да ё-моё, не это надо, Каноли, надо опускаться нам вниз. Опять там толстый. О, чувак застрял. Вот так вот. Ах ты, гаденыш. Выжил как-то. Давайте-ка автомат возьмем. Мало ли чего. Как я вам говорил, ребята, бывают такие моменты, что... Ох ты! Ты откуда такой? Вылетел, а? Красавец. С ядром на ноге. Да ладно, два жирных. Смотрите, ребята, перепрыгиваем. Ну, готов один. Ну и этого сейчас, естественно, тоже добьем. Все, пока отлично идет. Гранатомет лежит. Ну, в то время
Это назывался фаус-патрон во времена Великой Отечественной войны. Так, тихо. Возьмете меня. Мина там хорошо. Опять ты! Ну, давай на мину прыгай. Как же так, а? Как он умудрился этого дела избежать? Так, перезарядка, ребята, перезарядочка у меня идет. Оу! Да все равно он будет моим. Как ни крути, я его сейчас ухоркаю просто-напросто. Что он тут против меня сделает? Ничего. Наверх будет запрыгивать он? Да, гад, будет. Да что ж такое ты? Все, размочили мы его. Просто голову снесли. Нормуль. Так, пистолет у нас здесь. Ну, где? Ау! Вышли все по одному. Построились в рядок. И готовились, и приготовились, как говорится, к принятию огненной ванны. Вот они где, а ну-ка. Тихо, куда ты? Вот прыгаешь-то. Не видишь, что ли, я тут чуваков жарю. Хорошо, аптечка. Давай-давай. Да с ядром ты достал тут уже летать, а? Гори. О, чекпоинт очередной. Нет, огнемет — это вещь. Это вещь, ребята. Где мой родной дробовик? Ну, машина, тут газ. Ну-ка, взорвись. Очень даже хорошо получилось. Я так понимаю, мы сейчас с вами отправляемся в подземку, да? По ходу дела. Ладно, подземка так подземка. Идите сюда. Накрыл. Блин, я хочу взять вон тот, ребята, гранатомет. Мне интересно, получится это или нет дело. Куда ты за мной бежишь? Ну куда ты вот бежишь за мной? А ведь знаешь, что получишь сейчас люлей? Нет, он все равно прицепился, а? Собака. Ну-ка, здесь у нас тупичок, к сожалению. Так, ребята, по-моему, последний запас патронов у меня тут, а? Еще я причем потратил очень много на левак. Да и у автомата, кстати, не тоже очень много. А ну-ка, давайте в бочку. Шикарно получилось. Всех чикаем здесь. Опа, 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 а немного ли вас здесь, а? Шалупень. Хорошо, огнемет. Так, ребята, опять у нас тут что-то подрывать придется. И я боюсь, что сейчас будет... Да, так оно и есть. Это заваруха. Это чисто замануха была, чтобы я здесь нажал, и они будут атаковать меня со всех сторон. Ну, я-то выживу, как ни крути. Я специально не взял, ребят, ту аптечку, потому что мало ли тут... Видите, видите, что происходит, а? Сколько их тут? Ну, тром чуял, что будет облава. Все, огнемет мой заканчивается, к сожалению. Но, получил. Просто, наверное, в хлам его там разнесло с фаусера. Нет, смотри-ка, как ты умудрился выжить. Так, добивайте, возьмем птичку. Ну что? Опачки, куда-то вниз, еще ниже. Фух, загрузка, ребят, мы... Видимо, это у нас чекпоинт, как бы, получается. Опа, и тут уже, смотрите-ка. Это что у меня за ствол такой? Это, типа, знаете, напоминает мне игл. Самая крутая пушка, ствол. Только здесь напоминает мне почему-то кольт какой-то. Хорошо, давайте ниже. Оу, роду. Смотри, 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 что происходит. Зомбари выбежали. Ты какого лешего сюда прилетел? Почему тебе там не сиделось, а? Ты упал. Ну, а теперь я буду разбираться с этим мафиозником. Спрыгиваем. На, ой, мимо. Ну, того задел. На. Просто чайник снесло. Так, а ты-то что там? Эй, Диктреси. Да ладно, блин. Опачки, опачки, ребята, у меня очень мало здоровья. Очень мало здоровья, надо отбиваться. Ух, прокатило, кажись. Тут у нас ничего, к сожалению, нету. Жаль. Ну, вот этот вот маузер мне нравится. Он, в принципе, сносит на ура. С одного выстрела практически. Чего ты там радостный стоишь, блин? Все, отдуплился. Молодец, иди отсюда. И ты. Смотрите, ребята, они из какой-то дырки. Ну, это, видимо, люк. И они оттуда валят. Во, подкреп. То, что мне нужно. Так, а как мне сюда пройти? Ха, не понял, ребята. Так, тут, по-моему, нельзя перепрыгнуть. Туда мне нафиг не нужно.
Слушайте, а как? Может быть, надо взорвать ее, а? Понятно. На хитреца решили, да, взять? Слушайте, ну с двумя стволами он смотрится так эпично, да? На! Выглянул. Что это у нас? А, еще один кольт. Опа! А как это интересно, я так могу простреливать через машину? На, гнида. Минус. Нет, не минус. Оклемался, а? Смотри-ка. Еще один такой же. Да-да-да-да-да, конечно, конечно. Йо. Или их двое здесь? Нет, один. Один. Он просто, когда бежит, он сгребает кучу трупаков. И там такая сумятица получается. Ладно, все, отлично. Так. Где, где, где? Вот. Нет, не то. Да что такое? Оу, ребята, вот о чем я вам и говорил. У меня ничего такого толкового не осталось. Ладно, еще как бы есть немножко патронов в автомате. Вот кольт. Опять? Опять ловушка, ребята, будет. Запускаем. Пускай. Сейчас со всех сторон, наверное, будут, да? Сзади тоже. Так, этот запускает. Ага. Недолет, как говорится. Ё-моё, лучше отойти подальше. Чтобы была такая довольно ровненькая площадка, где я их могу элементарно расстреливать. Честь он там отдает, а? Не надоел еще, а? Солдат-зомби, хоть и дохлый, да, помнит, как говорится, интуитивно, что нужно честь отдать именно мне. На! Выкусите, гады! Куда ты там собрался? Раскручивает уже ядро, а? Здесь что-нибудь есть? Опачки, ребят, смотрите. Ого! Это что у нас такое? Ё-моё, я теперь вылитый терминатор вот с этой пушкой-то. Смотрите. Опа-на. Смотрите, опа, командиры какие-то уже пошли здесь. Заткнись там. Чё там бубнит? У него, кстати, такая же пуха, как у меня. Тоже маузер. Давайте вот здесь вот на всякий случай. Как говорится, лучше так. Ага. Так, может быть, бочку вот эту вот? Не того. Ну, взорвись ты. Подойди, подойди поближе. Готов. Готов, охламон. Ну что, ребят, я так понимаю, тут у нас тихонько. Не так, 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 сдох. Просто голову, руки отрывает. Расчлененка полнейшая тут идет, блин. Ну, кто кого перестрелит? Ну, естественно, я, ребята. Просто голова снеслась. Что-то взрывается. Я даже иногда не могу понять, что где происходит. Не успеваю даже проследить. Так, ребят, подождите, куда? Ага, вот сюда надо. Ты как это... Как это ты так умудряешься? Я не понял. Ага, вот он вылез. Эй! Громозека! Ну, иди сюда. На. Кстати, этот ключ мне напоминает... который я нашел в игре этой, как она называется-то? Джагмент, помните, да, у меня там гаечный ключ-то? Точно такой же. Жрет, смотрите, пиццу жрет. Ну-ка, поел и хватит. Воу-воу-воу-воу-воу, тихо, дайте на бочке стану. Воу-воу, смотрите, сметает он. Вот этот вот амбал, кстати, зомбарей чикает, будь здоров. Молодец, помог мне. Я тебя, как говорится, награждаю посмертно. Да-да-да-да-да, ага. На! Словил пулю, молодец. Так, а здесь у нас что? Один газетку читает, а эти тут у нас... Че это он стволы-то бросает? Не припухли ты, эй! Бандося! Иди, иди, как раз ко мне сюда. Ой-ой-ой, как же так промахнуться-то надо было? Ну, взорвалось. Естественно, мы сейчас, ребята, активируем все. Ну что, ожидаем врагов? Вот они, бегут. Всех в решето. Погоди-ка. Вау, а у меня патронов-то. Замечательно. Аптечечка, огнемет. И чекпоинт. Что можно еще пожелать, ребята? Для хорошего прохождения игры. Ничего. Давай-давай, иди сюда. Со штык-ножом он там бежит. Слушай, ребята, если я не ошибаюсь, то в первой части, по-моему, у нас были какие-то гранаты, лимонки там, да? Коктейль Молотова, а здесь почему-то у меня этого дела нету. Странно. Я только сейчас об этом почему-то вспомнил. Ну-ка, дайте-ка я вот эти вот бочки. Не получается. Вот так вот попробуем. Да что ты?
Что мы мажем-то? На, спасибо за пистолет. Так, тихонько, здесь нужно нам хитростью взять. Вот так вот, один готов. Эй, не договаривались мы так. Ну что ты там, пасешь, да? Ну ладно, хорошо. Давай-ка вот так, еще разок. Блин, подожди, перезарядка у нас была. Опа! Откуда ты там вышел-то? Смотрите, зомбари бегут, причем достаточно много. Идут по мою душу. Я, в принципе, готов их встретить здесь. Но где они? Нету. Как хотят. Опа, прибежали. Оу, щет, нифига там. Кто-то с Фауса-то хорошо так приложился ко мне. Не ори нафиг. Все равно не понимаю, что там бубнишь. Но... Спасибо, там дробовик, я потом подниму. У нас постоянно не вовремя, ребят, перезарядка. О, опять я получил в чайник. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Ну, кто, чё? Бежит. Слушайте, мне вот этот вот, вот он. На, получил? Я смотрю, ему понравилось. Эпично расстреляли. Так-так-так-так-так. Готов. Что может быть лучше пистолетов? Тем более двойных. А если бы... Вау. Если бы у нас было два игла, я вообще был бы рад. Аптечка наверху. Замечательно. Теперь я спокоен. Пока. Давайте подкрепимся, наверное. Допрыгнем, я думаю. Что нам стоит, как говорится, да? Хоп-хоп. Шик и блеск. Оу, красавец. Ты откуда такой, а? Вышел. Толчок... О, столкнул меня, гаденыш. Видно, в толчок ходил. По нужде. Ладно. Так, нам нужно сюда, нет? В принципе, зачем? Я думаю, не нужно. Иди отсюда, не ори там. Все, опять, опять взрывчатка, да? Подождите-ка. Ага, вон, наверху нужно. Слушайте, и две аптечки. Как-то это меня наводит на мысль, что сейчас будет жарко. Ну-ка, постоим, наверное, да, ребят? Подождем. Бегут, бегут, бегут. Ай-яй-яй-яй-яй. Стоим здесь, отстреливаемся от этих упырей. Так, мне бы, ребят, перезарядиться не помешало бы. Давай. Опачки, а вот это уже серьезная заявочка. Только лишь из-за этого дурилу, который там в синем костюме. На. Да ядрен ты батон, а. Ох, замесили меня там. Тишина. Значит, справились. I'm Boogerman. Так, давай сюда. Оп. Отлично. Так, в прыжке. Ах, ты смотри, палит меня. На. Даблшот, да? Что ты там? На, гнида. Ты смотри, со всех сторон, а, стоят. Бочки эти. Можно было их и бочками, конечно, пришлепнуть, но нам и так эпично. Вот эти вот с битами, по-моему, самые сынки. Фига ты припух, братюня, да? С дробаша по мне стреляет. Этому вечно не везет, поедателю пиццы. Правильно, он же на войне, а он себя тут чувствует так вольготненько. Кстати, внизу, ребята, с гранатометом хмырь. Вот, эй! Я думал, я подбил, нет, не успел, чутка. Блин, чем дальше в лес, тем круче становится, ребят. Вам так не кажется? А мне так лично очень кажется. Круче нельзя было придумать. Ну, давай. Очень классно, что здесь помогают вот эти вот всякие бочки, которые взрываются. Бочки, которые у нас на веревках падают. Облегчают, согласитесь, жизнь нам. На. Я вас жду. Прыгайте сюда ко мне. Хиленько-то как-то, а? Да, у меня огнемет-то, кстати, тоже не вечный. Сейчас еще немножко, 24 заряда осталось. Все, практически закончился. Читает, а? Ну, блин, бочка, ты как-то не вовремя взорвалась, а? Маленько. Надо было чуть-чуть попозже. Ух, ё-моё, вот это уровень. А мне понравилось, ребята. Классное мясо. Опачки, заставочка. Так, у нас здесь, смотрите-ка, подводная лодка. И чу... О, темный дон стоит. Ха, вот его-то мы как раз и ищем. Ой,
Вышибали, как всегда, не повезло. Не двигаться! Эй, ты в костюме фрика! Что тут вообще происходит? Ты ко мне обращаешься? Ты видишь тут еще кого-нибудь разодетого, как клоун? Что вы планируете сделать с этими украденными бочками с зомби-пойлом? Я тебе говорю, что это плохая идея! Так, что вы тут, клоуны, делаете? Ха-ха-ха, здесь есть только один клоун, мистер Каноли, и это вы! Откуда ты знаешь мое имя? Ха-ха-ха, ты так и не понял? Ты сюда попал точно так, как мы и задумали. У нас на тебя есть свои планы в Германии. Если ты добровольно поднимешься на борт, с тобой все будет хорошо. Да, лучше бы тебе иметь целую армию, если ты хочешь поднять меня на борт живым. Ты когда-то слышал о вермахте? Мы имеем бесконечную армию. Нацисты, взять его! Оу, босс, что ли? А ну-ка давай, ребятушки, посмотрим на этого босяру. Не понял. А где босс? Неужели я ошибся? Да, по ходу дела. Слушайте, ну я так не играю. Я думал, сейчас будем с вами босса здесь колбасить. Ага. Губешки раскатил. Может быть, после этого уровня, скорее всего, он будет. Да, достал ты. На. Отлично. Так, наверху смотрю гранатомет. Слушайте, ну я думаю, что нет смысла, ребят, дальше пока играть. Лучше мы с вами, наверное, сейчас будем закругляться и продолжим уже в следующей серии. У нас все равно здесь чекпоинт будет. Так что, ребятушки, всем пока, всем большое спасибо за просмотр. Увидимся с вами уже в следующей серии и продолжим проходить эту игру. А на этом все. Всем пока, удачи. We'll be right back.